такое лес? Лес – это вдохновение для художников и писателей. Это деревья. Это цветы и растения. Лес – это полянки с одуванчиками. Это речки и озера. Почему нам нужен лес? Лес дает нам здоровую землю, чистую воду. Лес дает нам пикники и прогулки с родителями. Лес дает нам чистый воздух, грибы и ягоды. Чистую экологию. Как нужно беречь лес? Не вырубать деревья. Не мусорить. Не рвать редкие виды растений. Защищать от пожаров. Охранять животных. Каждая, даже самая маленькая ручка, может изменить многое. Yeah!